станция «Агас», переход на кольцевую линию и станцию «Марксистская». This is Taganska. Change here to lines 5 and 8. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Пролетарская. The next station is Пролетарская. Thank you.
станцию Крестьянская застава. This is Пролетарская. Change here for Крестьянская застава station, line 10. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Волгоградский проспект. The next station is Волгоградский проспект. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Волгоградский проспект. Наземный переход на станцию Угрешская Московского центрального кольца. This is Волгоградский проспект. Change here for Угрешская station of Moscow Central Circle. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – текстильщики. The next station is текстильщики. Для вашей безопасности держите за поручни. Для вашей безопасности держите за поручни. Thank you.
This is Tekstilshiki. Change here for D2. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Кузьминки. The next station is Kuzminki. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Рязанский проспект. The next station is Рязанский проспект. Thank you.
станция Рязанский проспект. Выход к железнодорожной платформе Вишняки. This is Рязанский проспект. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Выхино. Платформа справа. The next station is Выхино. Doors will open on the right. Станция Выхино. Платформа справа. Выход к железнодорожной платформе Выхино. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. This is Выхино. The platform is on the right. This train terminates here. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации.